Игровую платформу запустит уже на следующей неделе блокчейн-тотализатор для зрителей чемпионата мира по футболу. Команда проекта CryptoCup предложила криптоэнтузиастам, футбольным фанатам делать ставки посредством смарт-контракта на блокчейне Ethereum. Проект использует токены стандарта ERC-721, который отличается от ERC-20 неделимостью каждого токена и уникальностью. Каждый токен проекта будет, по сути, электронным билетом, где участник укажет свой прогноз всех матчей чемпионата. Такой токен нельзя будет изменить, украсть или подделать, но можно будет продать. Напомним, что индустрия футбольных ставок достигает 500 миллиардов долларов, а Кубок мира играет в этом процессе ключевую роль.